Открытие Брестского ЦУМа после реконструкции, пожалуй, самое ожидаемое событие для горожан. Особенно тех, кто любит свой город и живет здесь не одно поколение. Открывались ярко, с концертом, новогодними атрибутами и традиционной красной ленточкой. В канун Нового года у города появился еще один торговый объект. Увеличились торговые площади на 35%. Созданы новые рабочие места. Сохранен практически весь ассортимент товаров, который был до реконструкции. Мало того, он увеличен. И на сегодняшний день великолепные интерьеры, световое оформление фасада. Все для того, чтобы житель, гость нашего города пришел в магазин. Новый владелец магазина, предприятие «Санта Инвест», попытался совместить прошлое и настоящее с современными требованиями. Главными арендаторами торгового центра выступили продовольственный супермаркет «Центральный», известные магазины одежды и обуви. В торговой галерее разместились магазины аксессуаров и белья, ювелирных изделий, косметики, товаров для дома и бытовой химии. Очень хороший обновленный ЦУМ. По сравнению с тем, конечно, что было, это, конечно, подарок городу, мы считаем. Все очень красиво. Но для покупателей здесь есть все. По сравнению с тем, что было раньше, вполне впечатляет. Ну, атмосфера просто очень крутая, и мне нравится продукция, и я довольна качеством и товаром. И появились новые магазины. Вместе с тем, Брестский ЦУМ – не последний подарок городу. В 2018 году распахнут свои двери еще две большие торговые точки. Впереди у нас открытие торгового центра «Материк» по улице 27 июля напротив торгового центра «Микс». Это будет 12 тысяч торговых метров. Великолепнейший торговый центр, который будет заниматься реализацией непродовольственных товаров, товаров для сада, для огорода. В первой половине будет открыт гипермаркет на Махновиче, которым занимается фирма «АО Продтовары». Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».